О, господи, 16 пикселей. Бла! Бла! Все, записываем? Да, мы это уже записываем. Всем привет на канале Школоложка. С вами Немо и Школоложка, который сейчас уходит. Ай, не бей меня. Мне больно. Давай, давай, говори. Да, ну, всем привет. Сегодня мы проходим карту под названием Профессор Гризвольд. И проклятие пирамиды. О. В общем, нечто ужасное в Древнем Египте. Да? Так, да. Обалдеть. Ладно, пожалуйста, почитайте правила, которые находятся в текстовом файле, прежде чем начать играть. Ага, ну стой, я прочитаю. Так, ты не можешь ничего строить, крафтить. Даже если у тебя что-то есть в инвентаре. Ты можешь только использовать тулзы и итемсы, данные в игре. Ты можешь только шовелс. Шовелс это лопаты. А, ну короче, ты можешь лопать. Лопать? Господи. Что за новое выражение? Ладно. Лопать копать. Да, ты можешь только лопать на земле, гравии и песчаных блоках, да, вот так. А, еще понять, что это за гравий. Ты можешь строить, но только с помощью песка гравия блоков. Да, не земли. Ты можешь только использовать твою алмазную Diamond Pick. Алмазную пику. На монстрах. Нет, не пикакси, а пик. То есть можно ломать спавнеры. И алмазные блоки. Вот так. И все. Другие типы блоков нельзя ломать, написано опять-таки. Слушай, а у нас голода нету, что ли? Есть. А у меня нету. Ты можешь обезвреживать ловушки. Почему у меня нету голода? Ну и, короче, читай правила, которые будут написаны в игре. Если... Понятно. Да. Ну, тут написано «Приветствие от профессора Гризвольда». Так, и здесь записочка лежит. О, какой обалденный дом-то, ё-моё, а? А спать в сундуке? По кусочкам. Однозначно. И пилы не хватает. Тебе алмазная кирка, возьмешь он её? А. Кстати, карта рассчитана либо на одного человека, либо на двух человек. Если играешь один, тогда забираешь только один набор предметов. Если за двух, то два. Бери факелы, бери меч. Ой. Чё такое тормоз? Записочка, а чё, её прочитать можно? Ой. Ну конечно, это же обычная бумага. Бумага. Хлеб и факелы. Нет, откройте ноты 2. Это, скорее всего, файлик текстовый второй. Окей. Ну давай читать его. Чувствую, так уже вечер наступит. Ночь. Чаль. Давай. Час. 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 Это вот час ждать? Ну так Привет, несерьезно. У вас путешественники, я так рад, что вы... Сюда приперлись, пожалуйста. Google Translate Shot. Пожалуйста, обратите поставок из этой груди, как вы можете нуждаться в них. Короче, возьмите предметы из данного сундука, вы будете в них нуждаться. Убедитесь, что ваши учетные... у тебя сложности? Да. Спустя полчаса, да? Да-да. Короче, вам надо ползти в раскопки, которые я начал. Пожалуйста. Где они находятся? На западе, на пожалуйста, востоке. Доберитесь до них вправо от этой, направо от этой лагуны. Вы найдете инструкции в журнале особняка в нижней части чего? Сайта? Да не издеваются. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время. Какого сайта? Сайт — это place. А? Сайт — это место. А, окей. Это что, вот это раскопки? Под ним ничего не было. Фу ты. Я да? Не знаю, раскопки это или нет. Так слушай, у тебя с этим текстурпаком отображается еда? Нет. Я почему-то нет. Может, погоди, ты уверен, что здесь копать надо? Крестик был. И что? Ладно, копай. Я посмотрю. Погоди.
Вообще он сказал, что направо от... От дома? Куны должен быть особняк, что ли? Ну, это где-то тогда в лесу, что ли. Ну, по карте не видно. Ладно, да здравствуют охренительные подсказки, которые не дают точного направления. Ну, короче, я пока раскопаю крестик, а ты можешь куда-нибудь свалить. Вернуться не забудь только. Попробую. Это дырень в земле. О, нет. Крестик. Слышь, по-моему, слышу, мы без монстров играли. Я что-то не горю желанием встречаться сейчас с зомбаками. Так, посмотри значение слова лагуна, я не помню, по-моему, это то ли залив, то ли это отгороженная от моря часть воды. Тоже ли? Не хочу. О, я нашел проход. Где, куда? Ну, здесь, под крестиком. Так, да? Топчи сюда. А ты уверен, что он туда? Ну, нет. Ну, вот то-то и оно, там какие-нибудь таблички или опознавательные знаки есть. Ты играла музыка. Да? А, ну, наверное, значит, это так и должно быть. Погоди. Пошли вниз. Пошли, пошли, пошли. Зипжи. Выпрыгай. А, все, я пошел. Твою ж мать, Криперс. Криперс? Мистер Крипер? Джиперс, Криперс. А. Ладно, я попробую, чтобы он ничего не взорвал. Куда он делся? Он за лесенкой ходит. Твою мать! Ой, я спустился. Возьмешь меня к себе? Давай ты спустишься, тут всего-то идти ничего. Ну, там же сорвалась лестница, я упаду и больно ушибусь. Я упал, ничего не случилось, давай. А где мои вещи? Да тут упало. Ох ты. Угу. Так, мы нашли, чё, алтарь? Ридноут 3. Ого. Камушки в криперах. Ах. Это вселяет вас? 3. Ужас. Мы отсюда уже не выберемся, я так понимаю. Ага. Нам же ничего нельзя красить. Великолепная работа. Ты оказался в моем завале, бугага. Посмотрите на карту и... А, и типа найдите путь к особняку. Алмазный, да? Блок ждет. Профессор Гризбург. А землю нам можно копать? Блин, какой... Ой, я выкопал. Да, нам можно копать землю, можно копать песок и можно копать гравий. Алмазные ботинки, они достанутся мне. Ой, да на здоровье. Тоже сейчас что-нибудь найду. Так, ладно, нам надо посмотреть. А там крипер и... прыгает. Надеюсь, не за моей спиной. Нет, нет. К сожалению. Ну, карту я, наверное, вставлю в видеоролик, чтобы все посмотрели на карту, да? Обязательно, поставь. Что такое уголь? Это... Ага. Что, некуда больше идти? Я вижу, куда идти. Где? Наверх куда? Да ладно. Да. Не, слушай, мне кажется, надо здесь... Хотя здесь копать уже нечего. Да наверх, наверх. Иди сюда. Поехали наверх. Ну, в смысле, он дал карту, и карту мы видим. Да? Типа, да. И там показано, что сверху надо ползти к особняку. Что, скелет тебя сбрасывает? Да. А где ты лестницу взял? Ну, это обвалилось. Крипер же не до конца уничтожает, она обваливается просто. Ладно, тогда я... А ты наверх забрался? Да. Ты гад. Выхожу. Че, мне тебя ждать, что ли? Конечно. По-моему, что? Здесь было больше ступенек. Может быть. А может быть, кто-то их обрушил. Да погоди, я... Ну ладно, как хочешь. Ну, говнюк. Говняшка, что творишь? Говняшка. Не закопал. Так, ладно, пойдем по карте, нам в ту сторону. По мне стреляют. Умри, крипер, достойно.
Ты мне или... Криперу. Ты куда ушел? В домике? Я мне... Ты где? А, вон он ты, за мной. Вот там видишь, по карте наверху что-то светящееся есть. А, нам туда? Ну ладно. Пошли. А, ну как бы по карте мы идем. Я вижу, по мини-карте я вижу, да, что там что-то светящееся, но нам сказали... Вижу, как меня... Убьют. Бежим, там еще скелеты гонятся. Куда, сюда? И давай веди быстрее вперед. Нет, дальше. Ну, просто по лесу, вот туда, вот там должен быть большой дом. Ладно, я поверю тебе на спину. Да, вон он. Что это такое? Что за ужас? Что это за хрень? Это недостатки текстур. А там зомби с лопаткой. Упс. Ну так что, дальше идем или куда? Да, дальше. Ой, у меня я заблудился, где я. Ты где? А, вон он ты. А! Ну вот туда вот прямо вот. По мини-карте посмотрю, уже дом видно. Нет, не вижу. Но ой! Мы все умрем. Да. Обязательно мы все. Я вот не попал. А все нашел вроде как. Бежим. Эти зомби слишком страшные, чтобы жить. Они без рук. Зомби без рук. Первый раз. С дрявой головой вдобавок. Да, еще с дрявой головой. Это такая косяк текстур пака. Он поломанный или мне кажется? Да. Может так и есть. А на карте он целый. Ладно, у него крыша целая, потому что... Заходи, я дверь закрою. Давай. Опа. Зомби не пройдет. Да. И скелеты тоже. Так. Комната профессора Гризвольда. Блин. Что с кроватями? Это такая специально плоская кровать, по-любому. Ужасно. Давай, может, другой текстур. Два яблока. А делиться не пробовал? Нет. Ложись рядом. Вот схвати. Давай. Все, ты включаешь день, да? Ты ложись, блин, что ты встал-то? Я лег. Ну, лежи. Зачем? Ты забыл, как это бывает? А, то есть все уснули и наступил день? Да. Тоже доигрался. Понять. Ну на, яблоко, чем не жалко, что ли. Да, тебе жалко, ты жадина. Да на ты. Бери, что ты убежал. Школа ложки два яблока. Если надо одно яблоко Немо, останется ли у него два яблока? Да, у него останется два яблока, потому что ни хрена он не даст Немо. Че комнаты? Комната номер 3. Кожаный шлем и кожаная куртка. Это мое все будет. Жадный какой. О, смотри, я как пират оделся. Так. Кожаный шлем. Это моя... Ну, верни мне куртку. Я не брал ничего. Тут был только шлем. Верни куртку. Да. Да нет у меня куртки. Гони куртку. Воспользуйся своими модераторскими правами и глянь в мой инвентарь. У меня нету куртки, кроме того. Верни куртку. Меня. Верни мою куртку. Можно зайти наверх и взять еще что-нибудь. Подонок. Ага, прочитайте записку номер 4. Тут много сундуков. Нашел тапочки. И что, в них пусто, что ли? Это с этой картой точно все в порядке? Она какая-то покоцанная. Да, она именно такая, какой должна быть. Я так полагаю. Значит, дом этого несчастного профессора бомбардировали Гриз. Что ж, читаем записку номер 4. Давай, я думаю, он скажет, что... О, нет, страшное проклятие обрушилось на мой дом. Да, так скажет. Обязательно. Сейчас. Google Translate открою. Google Translate где-то такого сейчас напереведет. Да. Орки! Орки? Ну, оркс написано. Оу. Они обрушили взрывные стрелы на наш особняк из близлежащих гор. Я пишу это. На том, что осталось от чердака, короче. И надеюсь, что это дойдет до кого-либо. Сегодня я нашел потерянную могилу и что-то сделался путешествие к пирамиде. Но я боюсь, что проклятие может быть правдой, потому что как только я вернулся в особняк, мы начали
принимать огонь, огненные стрелы, короче, да. Я уверен, что орки украли карту из моей комнаты внизу и, несомненно, будут пытаться найти гробницы и пирамиды. А я вас Если вы читаете это, то вы должны получить карту из своего лагеря. Из их лагеря, да. Вы должны забрать карту. Они не должны... их, короче, не должно быть слишком трудно найти. Они где-то на соседней горе. Просто идите по пути разрушения и кратеров. Ип! Они... Конец текста. Короче, они его убили, и счастливый конец. Слушай, а кошака как-нибудь можно приручить? Можно с помощью рыбы сырой. Ну ладно, удочку я не буду крафтить. Так, нам надо по пути разрушения идти искать. Ой, ударился. Все просто, идем в нижний левый угол, скажем так. По диагонали. Там кратер, да? Да, тут куча кратеров, у них течет водичка. Окей. Ну меня подожди. Нет. Говняшка. Даже по карте можешь посмотреть, куда можно направить. Да давай ты меня все-таки подождешь, а? Нет. Говняшка. Тебя ждать-то ни за что. Говняшка. Ой, нашел лестницу. Немоговняшка. Ставьте лайк, если немоговняшка. Кстати, ставьте лайк, если шкалоложка говорит не пойми что. Короче, ставьте лайк в любом случае. Обязательно и подпишитесь. Да. Так, мы нашли какую-то лесенку. Гасить орков. Ломать орков. Крушить орков. Че не так? Да, все не так. Нифига, да у них тут целый форт. Там орки бегают. Боже, охренеть. Страх-то какой. Ты видишь зеленых орков? Нет. Ты где? Что там? Я ее наступил на кнопки. Прячься. Это было страшно, знаешь. Могу представить. Куда не стреляй, то хоть. Конец. Все? Погоди, я скажу стрелы. Дай мне стрелы. И у меня лук есть, просто. Все, пойди. Так, ну надо. Да, это самые классные ворота в истории человечества. Ну, вообще, это не человечество, а орки. Так что. Все нормально. Тут был другой проход сбоку. Мы же люди-человеки. Ну, они-то орки. О. Так, я сначала на башенку залезу. Знаешь, я предсказатель, внизу нас будет ждать прогулочка на железной дороге. Ты разбился, да? Нет, я только ударился. Почему только одна? Что сделала? Погоди, не отправляйся, я так. А как мне отправиться? Тут ни кнопки, ничего нету. Если ты меня толкнешь. Погоди, я себе накрафчу. Вагонетку тебя толкну. Ой. Крафтить ничего нельзя. Как она называется? Майнинг карт, кажется. Угу. Ай! Что творишь? Надо, кстати, покушать. Меня просто убивает то, что еда не отображается. О, наконец-то я начал останавливаться. Нету такого предмета майнинг карт. Ладно. Отправь меня в путешествие, потом ко мне телепортируешься. Что такого-то? Я тоже хочу покататься. Толкача, заведи меня. Заведи меня. Что за просьба? Ну я сел в тазик, меня надо отправить в полет. Я тебя пинком в полет отправлю. Сейчас будут тазы валят, Что там трепыхаешься в тазике? Ладно, катись. Ура! Да! Каталки! Катушки с Немо. Ох ты ж, какие тут покатушки-то классные. О, скелет! Уйди с дороги, урод! Я приехал. Мне скелет помешал. Вот гад, а. Ой. Я здесь... не доехал. Здесь есть дырка в полу. Катись. Я верю, что ты прокатишься. Ой, я чуть-чуть-то не доехал.
что-то есть. Там сундук есть? Да, пустой почему-то. Круто. Так, ты где? Куда ты уже свалил? Внизу. Так тут можно было раскопать землю. Да? А, ну я не раскопал. А, тут только ничего нет. Печально. Я стараюсь копать все, что подозрительное лежит. Угу. Ой, криперс. Криперс. Джиперс, криперс. Где-то я это уже слышал. Не подскажешь? Нет. Ну не-не. Ну ты все время вылазишь вперед и копаешь передо мной. Чего ты еще ожидал? Ах, нет. Хватит. Там два крипера. Бабах! И все умерли. В маске. Блин, эти непонятные тельца с головой. Это ужасно. Нормально. Там спаннер стоит. Угаси его киркой. Сейчас. Такой алмазный? Да. А у тебя? В смысле? У тебя кирка алмазная. А у тебя какая? Ничего нету. Пойдем ниже по течению воды, нет? Нет у меня кирки никакой, понимаешь? Ну конечно пойдем. Это похоже единственный вариант, это есть. Угу. Лава. Ты крипераст. Блин, да ты отойди. А оказывается, лопата алмазная достаточно так хорошо бьет. Лопата алмазная? Или какая она? Может... А, железная, извиняюсь. И как мы туда полезем? А, ну можно же строить блоками. А, да? Закопать всю землю к чертям собачьим. Откуда? Ну, конечно. Почему? 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 Ты был бы не ты, если бы не загорелся в лаве. Зачем все? Да, да. О, да. Судя по звуку, мы нашли нужное место. Алмазный нагрудник. Та-дам! А. Ну все, это был сокровище, которое мы здесь нашли. И все? И ну, все? Одна дальше. Куда-то. Там справа землеблок. Один блок, да? Очень. Да ты не прыгай в рот. Слышь? Да не ты. Я своему этому. Кто тут еще прыгает-то? Тут пусто что. Прощай, крит. Порвался, бедолага. Жизнь тяжелая, от того и порвался. Сюда можно. Иди за мной. Или ты что-то накопал? Там куча земли внизу, я, конечно. Ладно, я спрыгну. Не закапывай меня только. Я тебе даже посвечу. Молодец. Ты нашел себе новую землянку? Да. Ладно, пойду-ка я тоже покопаю. Ну, кажется, тут ничего нету. Сдается мне, что это... Просто... У меня лопата кончилась. Генерировалась. Да. Ну ладно. Hasta la vista, baby. Ага, сейчас. Меня не бей, а. Подонок, ты закопал меня. Чё за дела? Ты нахрена камень поставил? У тебя всё равно кирка есть. Ладно, пошли дальше. Да идем, идем. Да, нас совсем уж так много не надо убивать. Я так понимаю, здесь небольшой достаточно участок откопать, чтобы понять, что сзади нее ничего нету. Небольшая непродумочка со стороны автора. Слишком много блоков, которые можно копать. Достаточно было одного песка, например. О, а, или одного гравия. Чё? Ай. Ага, отвлекай. А. Чё отвлекать, его бить надо. Такое. Так. Так, читайте запись 5. Похоже, мы уже в гробнице фараона.
скоро на нас пойдет страшный проклятие. Так, железный нагрудник я тебе оставлю, стрелы я заберу. Меч! Ура! Меч! Ты все, лучше обмундирование себе собираешь. А, ну ладно. Порох, железный шлем. Забирай то, что осталось. Это железный шлем. О, шлем прикольно смотрится, корона такая. Угу. Так. Ладно, читаешь? Погоди меня. Сейчас читаю. Читай. Сейчас. Читай, смертный. Угу, смертный. Так. Не, ну может быть смертным, если хочешь. Я хочу быть бессмертным. Сейчас. Мы пролезли в какой-то отсек. Долго открывается что-то. Грусти долго. Ой. Мы не любим плохой песок. Мы делаем злые вещи. Мы оставили злые вещи здесь и ушли. Вы не взять назад эту плохую удачу. Чё? Чё за хрень? Читай как есть. Ну я прочитал. Нет, ты возьми английский. You know, take it back luck. Ну это вроде что-то тебе не достанется, это так просто. Ну ладно, короче, там была... Небольшая протечка. Там была карта, по-моему. Да. Ну пошли дальше. Погоди, я открою карту. Ага. Карту открою. Там же карта была, я же говорю. Не выберется. А, я архив закрыл. Молодец. Отвлекай монстр, короче. Да, крипер, хватит уже пытаться. Оставь свои попытки. Так. Ноут 5. Ноут 5. Мапа 2. Ты тупой. Сам тупой. Долгий, а не тупой. Ох, ни хрена себе нам тупать. Ну давай, порадуй. Твою мать. Кто успел, тот и съел. Слышь, чё, ну? Плыви за мной. Знал, надо было лодку тут брать. О, нифига, чё-то застрел тут летают. Несправедливо, нет. Ну все, это последняя передача, которую ведет Немо, потому что я утону где-то на полпути к неведомому острову. Че, тебе лодку скинуть? Да ладно. Не, ну давай вообще. Надо вот этой вот песочной грядой. Давай, я тут сейчас тону, помираю. А. Ой. Ой. Что мне, как ловцу жемчуга, что ли, нырять на дно? Да. Ай. Айда за мной. Слышь, уже полчаса идет, придется разрезать. Да, будем разрезать. Ну, можно, в принципе, первую часть закончить. Ну, так давай прощаться. Давай прощаться. Ладно, это был канал Школоложка, с вами тупили Немо и Школоложка. Да, мы тупили. Это прощальная речь. Да? Моя прощальная речь? Ну, наверное, всем пока. Что вы хотите сказать перед тем, как посказнет? Да. Всем пока. Да. Прощайте. Почему прощайте? Увидимся в дальнейшем.